кидаю мяч кому-то, и он его мне приносит. Юмичу! Мой! Нет, я принесу! Нет, я! Аня, Софи у меня забрала мяч! Отдай! Отстань, Юмичу! На, Аня, принеси тебе мяч! Софи, ты, конечно, молодец, но договаривались мы по-другому. Я кидаю мяч кому-то, и он его приносит. Я кидаю мяч Эйвану! Мой! Нет, мой! Вообще-то мне кинули! Юми, так нечестно. Давай мяч. Не могу! Мяч! Ладно, помоги! Давай вытащу застрявший мяч. Давай, все, кидай еще раз. Я называю имя и кидаю мяч, и приносит его тот, чье имя я назвала. Еще раз, Эйван. Мой мяч. Нет, мой. Вообще-то это мне кинули. Держи, я принесла. Да что ж такое-то? Давайте по новой. Софи. Держи, Ань. Кидаю мяч, называю имя, приносит тот, чье имя я назвала. Миша. Миш, ну ты че? А что надо было делать? Я ж мяч кинула. А, его нести надо было. А, все. Каждый прыжок такой. Юмичу, сдвиньте из кадра. Привет, ты на канале Magic Pets. И мы, волшебные питомцы, снимаем по очереди. Прошлое видео было от кисы Алисы, короче, мяу говоря. Поэтому сегодня снимать должны были мы. И мы решили, что это будет... Каждый песик такой три! А если хочешь каждый котик такой вторая часть, ставь лайк, и в следующий раз будет снимать Алиса. Надо очень много лайков, чтобы заставить кису Алису снять. Потому что она ленивая кошара. А если ты не в курсе, то у нас дома была еще одна киса. По имени Баттерс с канала Кот Баттерс и Майпэк. И Аня на наш главный канал Magic Family сняла, как мы наконец-то познакомились. Это было очень неожиданно. Киса Алиса с Баттерс даже поругались. Короче, посмотришь потом это видео. И там же будет ссылка про то, как Аня пробралась в закрытый заброшенный дом. Ой, аж мурашки бегут. Короче, потом посмотришь, ставь лайк, голосуй и поехали. Каждый пыщик такой. Так, пойду монтировать ролик на Animagic и на Magic Family. Что это? Так, Софи, Миша, вы видели то, что лежит посреди моей комнаты? А конкретнее? Чья-то кучка. Ну, мы вообще-то с Мишей были заняты уткой. Да. Миша. Софи всегда права. Ясно. Эйван. Это не я открыл посылку, которая лежала в коридоре, и достал оттуда все вкусняшки и съел, а потом закрыл. Я хотела тебя спросить про кучку в моей комнате. Тогда забудь все, что я тебе сказал. А про кучку ты в курсе? Это точно был не я. Понятно. Покемон. Я покемон? А что? Ты в курсе про кучку? Кучку? Да. Какую кучку? Коричневую. Коричневую? Угу. Где? В моей комнате. В твоей комнате? Угу. Прям посередине. Прям посередине? Юмичу. Это не я. Я уже спросила у Миши, Софи и Эйвана. Это все киса Алиса. Ой, все ясно. Это была Юмичу точно. Киса Алиса, что ты делаешь? Какая смешная игрушка. Киса Алиса, не трогай ее. Почему? Это собачья какашка. Правда? Ух ты. Фу. Я пошла. А может и нет. Каждый пыщик такой. Эйвен, смотри, комменты мэджиков прямо в видео. Прикольно. Короче, у каждого есть шанс попасть в наше видео. Главное коммент написать. Слушайте, а вы видели, какая большая куча подарков от мэджиков? Знаешь, оттуда вкусняшками пахнет. Ну ты понял идею, да? Ага. Каждый пыщик такой. Так, я собираюсь смотреть кино, поэтому вы можете идти и заниматься своими делами. Обожаю клавиатуру. Алиса, нет, пожалуйста. Только не по клавиатуре. Аня, что за кино? Про собак? Нет. Про кошек? Нет. Вы не поймете это кино. Так что можете идти и заниматься своими делами спокойно. И дать мне спокойно посмотреть фильм. Ужастики, что ли? Алиса, уйди, пожалуйста, с клавиатуры. Это что, будет фильм, в котором нет животных? А, блин. Дайте мне посмотреть кино. Вы закрываете мне экран. И я не обязательно должна смотреть фильмы про животных. Как это? Как? Так, что? Нет, такого не может быть. Привет, а что будете делать? Я хочу посмотреть кино, а вы закрываете мне экран. Я даю вам 5 секунд, чтобы уйти. Раз, два, три, четыре, пять. Вы до сих пор тут? А что это за игра такая? Какая игра? Ну это, раз, два, три, четыре, пять. Кажется, я что-то нажала. Алиса! Прости. Так что за фильм-то? Каждый пыщик такой. Ребята, а что вы тут сидите, не играете? А нам нечем играть. Как это нечем? Ну, Аня, у нас нет игрушек. Я же вчера вам кучу игрушек дала новых. Они кончились. Что значит кончились? Ань, ну дай еще. Да сколько можно уже? Ну, последний раз. Ладно, выберите себе еще игрушек и больше не теряйте их. Мяч мой. Нет, мой, нет, мой. Ну и бери. Ну и не надо. Я возьму себе сердечко. А я кролика. Ань, Юми у меня отобрала сердечко. А Эйвен у меня отобрал. Че, я ничего. Кто первее? Знаете что, мне это надоело. Выбирайте себе по игрушке и хватит. Вот, держи, Софи, колечко. Нет, я хочу колечко. Тогда я возьму себе обратно сердечко. Нет, сердечко тоже мое. Вот, возьмите еще слоника, пищалку, медведя, утку. Утка моя. Слоник будет мой. Лиса моя. Я возьму вот эту вот конфетку. Конфета моя. Косточка тоже моя. А я слоника. Нет, слоник мой. Тогда... Все, хватит, я убираю. Нет, что, курица моя. Нет, моя. Может, хватит уже, а? А конфетка теперь моя. Отдай курицу тёте Софи. Не отдам я ничего. Курица моя. Ой, дай мне тебя. Тогда я себе вот эту утку возьму. Утка тоже моя. Утка моя. Моя утка. Отстань.
ладно, бери. Знаете что, ребята, по-моему, у вас слишком много игрушек. Все, мне надоело. Я оставлю вам по одной игрушке, а все остальное уберу. Надоели. А, ну вот это оставь. Нет. Ну, пожалуйста. Все, с меня хватит. И вот этого бобра. Нет. А, уточку только, курочку, вот это вот можно? Только и делайте, что спорите. Сколько вам не давай, все вам мало. Еще вот одну последнюю курочку. Ага. Софи, верни сюда. Ладно. Тогда вот это вот, вот это вот, вот зверечка одного последнего. Больше не буду брать. Дай сюда. Ну, можно курочку забрать, а? Ладно, но только больше никаких игрушек. И только попробуйте потерять эти. Спасибо, Ань. Тетя Софи, ну отдай мне эту курицу. Отстань, не мечу. Иди играй с бобром. А, ну раз так, тогда можно я тоже вот еще последненького вот кролика возьму и все. А, я больше не могу. И утку, и вот этих вот двух. Ну вы че? Каждый прыжк такой. Кап. Что здесь за грохот такой? Что вы наделали с подарками? Это не мы, Аня, это все киса Алиса. Да, это все она. Киса Алиса, да? Да, Аня, она говорит, там пахнет вкусняшкой. И как давай все рушить, крушить. Да, мы ей говорим, Алиса, что так нельзя? Да вы что, а она что ответила? Она говорит, там вкусняшкой так пахнет. Ну мы такие, давай мы поможем тебе, если хочешь. Алиса? Они врут, все не так было. Это все они, а я потом пришла. Неважно, кто это сделал, все бегом из комнаты. Может, вкусняшки в кухню отнести? Может, мы что-нибудь отнесем? Юми. Ладно, ладно. Софии. Мы можем вкусняшки до кухни отнести. Так, киса Алиса, не присаживайся тут. Не, вообще все равно. Ань, точно не надо вкусняшки отнести? Так, все выходим. Ох, теперь прибираться придется. Ань! Что? Мы правда можем помочь тебе отнести вкусняшки? Сложим аккуратненько. Так. Ладно, ладно, мы поняли. Да, пойдем, Юмичу. Каждый прыжк такой. Так, ребята, с сегодняшнего дня вы едите из очень глубоких мисок. Потому что вы все время поросячите вокруг. А из этих ничего не будет выпадать. Приятного аппетита. Так, планы на день. Ой, забыла банку закрыть. Что это? Ребят, вы что, издеваетесь? Какие-то они не очень глубокие, Ань. Вообще совсем не глубокие. Но если что, это не я был. Практически полоски. Сама посмотри. Да. Каждый прыжк такой. Эй, Мэджик, скорее иди и смотри, как мы знакомились с кошкой Баттерс на нашем главном канале Мэджик Фэмили. И смотри, как Аня пробралась в закрытую заброшку. И подписывайся, и ставь лайк, и пиши комментарии, и голосуй вопросы, и подписывайся на наш инстаграм. Эй, может уже хватит? Ну ладно, вроде все сказали. Пока. Аня, когда ты мячик будешь кидать? Миш, какой мячик? Я думала, мы в мячик играем. Ох.